километров. Как и положено престижному автомобилю, это нужно на ваши голубые экраны. Теперь, после небольшого перерыва с игрушками насчет Rock and Stone, Deep Rock, Galactic и другими моими игрушками, смотрите, короче, на моем канале. Я много сразу запилил, и 28 числа, 29. А теперь можно и небольшую прослойку сделать гоночную. Надеюсь, эвенты не кончились. Всем, ребят, спасибо сразу за просмотр. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх. Ну что, поехали. Машина там не завершились, наверное. А может быть и что-нибудь новое появилось. Не, все закрыто. Типа машинки форсажа. По Вокину не ездил. Брайан О'Коннор. Yeah.
Reload. Thank you.
Вот теперь похоже на правду, что я выиграл. Too fast, too furious. Do that again. We will move now to call the doctor. Forsash.
садиться не советую, но сам не откажусь от искушения послушать самый большой в мире динамик. Мой больше, чем ваш. Видите, 32 дюйма. Это все касается начинки этого прилавка Skylake 2004 года. 30 киловатт звука. Много или мало, говорить сложно, потому что на некоторых сценах стоят 10-киловаттники, 20-киловаттники. Thank you.
Thank you.
Руки шли во всех направлениях. Повтор. Ну, почему ты четвертый?
третьей попытки. Что-то похожее на Fast and Furious. Особенно я с полосочками угадал, да? Брайана Коннорская тачка. Yeah.
Yeah.
Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх и дрончик. Не забываем про колокольчик. Too fast, too furious, run, done. Вот этот драк.